депутат Государственной Думы, член Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Шрейдер в программе «Власть. Прямой разговор» ответит на ваши вопросы в прямом эфире в четверг, 25 июня в 19 часов на 12 канале. Я могу перечислить их довольно много, больше 10 улиц, которые были не просто отремонтированы, а проведена реконструкция с расширением проезжей части. На сегодня есть серьезная возможность получения финансовой поддержки городского бюджета из федерального по программе подготовки 300-летия города Омска. Не только я, многие депутаты Государственной Думы понимают, что сегодня муниципалитет нуждается в финансовых ресурсах для выполнения тех полномочий, которые возложены федеральным законом на муниципальное образование. В городе эта проблема тоже существует, и она даже более остро стоит, чем в районах. Мы договорились сейчас вместе с департаментом, со специалистами департамента, готовим соответствующую инициативу в Государственную Думу для того, чтобы эту задачу решить. Свои вопросы вы можете присылать уже сегодня по адресу властьвопрос@gtrkomsk.ru. «Власть. Прямой разговор». Смотрите 25 июня в 19:00 на 12 канале.